в четвертой школе названы имена победителей окружного конкурса чтецов «Моя малая родина». Его организатор – Ямальский музейно-выставочный комплекс имени Шимановского. Участникам конкурса ехать в Салехард не пришлось. Чтение стихов было записано на электронные носители и отправлено в окружную столицу. Жюри рассмотрело 270 роликов. При оценке учитывался уровень исполнительского мастерства, артистичность и сценическая культура, а также выбор произведения. Призерами конкурса стали два ученика 4-й школы. Также на церемонии награждения отметили победителей окружного конкурса детских рисунков, организованного законодательным собранием округа. Участников в округе, конечно, было очень много, но я рада, что 80 участников из города Губкинского, они тоже стали победителями, призерами, причем они из разных школ города. Но, конечно, больше всего участников из детской школы искусств номер 2. Причем есть участники, которые даже в школе не учатся, а уже являются победителями, призерами. Кроме ребят, грамотами и благодарственными письмами были отмечены педагоги, которые подготовили участников конкурсов.